Всем привет, это Лиза Краснова, и сегодня вместе с вами я хотела бы протестировать три новинки от бренда MAC. Палетку теней, помаду и супер горяченькую новинку, а именно вот эту вот яркую тушь. Ну что, будем наносить нашу супер тушь, она называется «Объем запредельная длина». Здесь очень неожиданная щетка, есть как будто более длинные щетинки, и она как-то... как будто по спирали закручена. Это не силиконовые ворсинки. И она, в принципе, очень хорошо прокрашивает. Собирает как-то реснички от корня. Она не царапает, не колючая, но она жесткая достаточно для того, чтобы брать реснички и хорошо их цеплять, и хорошо про ним протягивать тушь. В один слой очень хороший получается черный насыщенный оттенок. Такие сразу кукольные глазки получились. В тенях содержится определенный праймер, который позволяет этому продукту держаться на ваших глазах весь день. Три матовых оттенка, а также один сатиновый, который я хотела бы использовать в качестве хайлайтера. Очень мягкие тени, шелковистые, довольно пигментированные. Помада называется «Взрыв цвета». Я выбрала оттенок темный нюд. Такой плотный оттенок, очень красивый блеск у помады, прям как будто топленый шоколад. Красиво, мне нравится вообще макияж, который получился. И я могу отметить, что меня эти три новинки очень удивили. Во-первых, тени, они действительно гиперпигментированные. Что касается помады, она, кстати, сейчас разогрелась от тепла губ, и мне кажется, что стала еще больше блестеть. Реснички, конечно, клевые, мне нравится. Тушь уже высохла, но реснички все еще такие пластичные, они не как... бывает, иногда застывают, такие как пластиковые иголочки, а здесь они все-таки шевелятся. Вот такой был мой макияж. Напишите в комментариях, нравится он вам или нет. И напомню вам, что MAC это бренд эксклюзивно от Avon, созданный для экспериментов яркого выражения себя через косметику.